Тебе надо помочь. Ты уверена? Приятного аппетита. Спасибо. На здоровье. Стоит упомянуть, что моя лучшая подруга Лиса Драгомир – потомок древних королевских кровей. Как и все существа с клыками, многие тут питаются кровью. Меня зовут Роуз Хазавей, и я поклялась охранять Лису даже ценой собственной жизни. Не спать! Роуз Хазавей – опасная дикарка. К тому же вздорная. Все нормально, ребят, я тут. Покажи, как ты держишь удар. Вот такая вот Академия вампиров. Она без конца меня достает, и я чувствую себя ничтожеством. Давай поговорим. Вали отсюда, он теперь мой. Как меня все достало. Лиса самая вероятная претендентка на трон. Ну, не мы все это начали. О боже. Не представляю, что может случиться сегодня ночью. Я уже сама запуталась, кто наш друг, а кто враг. Мы им устроим. Главная опасность еще впереди. Может, будем сидеть тихо и не высовываться? Достаточно тихо, Ваше Величество? Не очень. Ты даже не представляешь, кто ты такая, уж поверь. Даже нос отсюда не высовывай. Женщина, особенно если она пьет кровь и владеет магией, имеет право на свои перепады настроения. За нечаянно бьют отчаянно. Или нет?